Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролиплей. Не забывайте вводить маник при регистрации, маник Кирилл Подбулови, он есть в описании. Поэтому, пацаны, вводите маник при регистрации. Если вводите маник и пройдете третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому обязательно вводите маник при регистрации. Сегодня получилось такое необычное видео. Я ходил на охоту, получается, со своими подписчиками, с аккаунта, на котором у нас идет жизнь с нуля. Я вырезал самые интересные моменты, я надеюсь, реально вам понравится это видео. Большое спасибо Владу и Вове, это подписчики, которые мне помогали убивать медведей. Конечно же, я не выполнил квест, но уже прогресс хороший есть. Поэтому всем советую посмотреть эту серию от начала до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Идем к цели 16 тысяч подписчиков. Все, желаю всем приятного просмотра. Также, пацаны, я забыл сказать, что, как я и обещал, я делаю конкурс. Вы набрали там, по-моему, 80 лайков. Это вам большое спасибо. Конкурс, как и обещал, делаю. Ссылочка на конкурс будет в описании на УАЗик. Поэтому переходите по ссылке и участвуйте. Ой-ой-ой, выходи, 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 выходи. Я застрял. Ярик, блядь, пизда. Надо было парк прописать. Ну ты водила. А, блядь. А вон он, слышишь? Стой, пока он на другого отвлекается, может попробуем загасить Вова? Нет, он теперь на нас идет. Убегай, убегай, гаси. Вова, давай попробуем загасить, он же сюда не тпхается. Он к Кириллу как раз идет, слышишь? О, у меня хп появились. О, ебать его, урод, смотри. Уходи. Стой, не иди в это, не иди, Кирилл. Да не иду я. Медведь! О. Кирилл, я загасил медведя, бери. Там никого нету еще. Бери, бери, бери. Кирилл, мне гасит, убей его, пожалуйста. Кто он? Стреляй по этому челику. Стреляешь? Он сейчас меня загасит. Я о, медведь! Медведь! Где? Где? Вон он, вон он, вон он. Пусть Кирилл его убьет. Что он не убивается. Мы не пизда, блядь. На, не подбирай. Убежал. О. Еще 9 шкур осталось. А вон он еще медведь. Где? Сюда, сюда. Вон, видишь его? Не. Блин. Где? Вон он прямо. А, вижу. Где-то здесь это чмо. Он бежит сюда. Пусть бежит, пусть. Так, где-то, где-то этот здесь. Нихуя себе, ебать. У меня даже нимка не работает почему-то. А нимка? Ну типа подбирать. А. Вон еще не видит. Где? Где? Сзади. Сзади. Мне пизда. Блин! Мразь. Я его убил. Ты? Да. Да ладно, хотя бы вы выжили. Сейчас я быстро вылечу. Подобрал? Да. 3 медведя убили уже. А сколько ты с собой? Сейчас я посмотрю, сколько ты с собой сможешь носить это медведей. У меня 3. Тебя убили или что? Меня медведь убил, да. Mm. Ну ладно, это вы хоть. Сейчас я быстро вылечу. Бать, тут людей много. О, ну медведь. Вы там про слендер не забывайте. Пидор, блядь. Убили? Бать, чувак уебан, блядь. О. Я убил, а он подобрал, сука, пидор галимы. Мы таких убивали. Мы так и сделали. Мы уже двоих замочили. Оружие хоть у них было? Да. Блядь, слендер! Пизда, ебать его в рот, нахуй. На скутере законы не писаны. Бля, заглох. А, вон он идет, блядь. Сука, Ярик, беги, нахуй. Беги, Ярик, блядь. Да поехали, блядь, или не заводится у тебя? Он тоже не заведется. Да он, сюда идет. не пойдет. Он за... На него патрон даже тратить не буду. Можем с кулака попробовать выгасить его. Это к нему, если очень близко бежишь, то он слепотит. Даже бежал. Здесь постоим на него, посмотрим. Что-то его не вижу, где он? За деревом где-то? Где он, да. А вон он за деревом. Со снайперки бы интересно. Да нет, да, снайперки. Для чипсов. Чипсов дать? Да, я сейчас тут. Ну на. Он, наверное, хочет просто на мопеде покататься, понимаете?
Ну и кредит. Чё ты не взял? Что-то он на дорогу, мне кажется. А не, он не может. А не, он идет сюда. Вот сюда идет, блядь. Вова, он сюда идет. В смысле, ебать? У него 90 хп. А прикинь, какой-нибудь рыжик будет ехать? У него 90 хп. Мы можем убить, пацаны. Да. Стреляйте. А? Все. У него не 90 хп было, 200. 90 я смотрел. Блять, он ко мне тпхнул. Я в АФК вышел. Перезайди, так будет лучше. Перезайти? Да, в юшке хоть с оружием будешь.